Всем привет! Я сегодня к вам снова заготовкой. Это овощное ассорти. Его я делаю каждый год. Этот салат очень похож на вчерашний, только здесь нет помидоров и нет огурцов. И он не подвергается тепловой обработке. Поэтому я уже нашинковала 2,5 килограмма капусты. Сейчас я добавлю сюда 1 столовую ложку соли. И хорошенечко помну, чтобы количество капусты уменьшилось, чтобы она стала мягче и чтобы она дала свой сок. Капуста дала сок, и я отправляю к ней 0,5 килограмма репчатого лука. 0,5 килограмма болгарского перца я нашинковала, тоже кладу к капусте. Также добавляю сюда 0,5 килограмма измельченной моркови. Добавляю сюда столовую ложку соли, еще одну, 175 граммов сахара, 250 миллилитров 9% уксуса и 250 миллилитров растительного масла. Теперь просто прикрываю крышкой, не закрывая, и 3 дня оставляю капусту стоять при комнатной температуре. Через 3 дня плотно укладываем в банки, закрываем крышкой и убираем в холодильник или в погреб. Или можно сразу есть.